Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА-сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Блин, захватил малиналка, не показала, потому что мы тут обсуждали, что надо сейв делать. Перс то ли заснул, то ли еще что-то, никак не реагирует на то, что происходит. О, да, несут танки как. Просто его размазали. Это кайф. Персан, последний шанс тебе даю. Не хочу. Японец, я не хочу. Ты там смотри, компьютер. Все страдают. Люблю компьютер. Все страдают. Ну так. Народы просто это. Требуют. Ну я сам не кайфую от таймера в 6 минут, вот честно. Мне это не нравится. Я хожу за 2-3 минуты. И потом сижу в тычу. Ну, я в альтабе все время сижу. Такая я игра тоже. Как бы никому не нравится, так что мы тогда ждем? Мы или сейвимся, или что мы делаем? Или я говорю, сиди и снеси его, блять. Ну если я снесу, мне скажут, что типа, ну ты забираешь чувака, как бы компа. А ты просто пожги. Ну как, а зачем мне его жечь, если я все равно планировал с ним воевать? Ну хорошо, оставь себе города. Половину. Честно. Половину. Половину города. Я не умею считать. У меня либо все, либо ничего. Половина не получается. У нас Сарчи по на вот и по культуре вообще. Низер. Ну, нормально, 17-15. 14. 7 культура. Для города государства это, наверное, нахуй. У меня хода 3 есть. Этот город взять хотя бы. Не, у городов государства там армия сейчас, я думаю. Будет. Так что нет, это не нормально. Думаю, что еще нет. Ну, корпуса да, точно есть. Корпуса, там, корпуса, да. Просто может, это сейф надо может было делать, когда, ну, мы это заметили, а сейчас мы сыграли 7 ходов и скажем, типа, на, иди играй дальше. На самом деле я классен. Давайте ну, честно. Это такая, человек, если честно, сам странная ситуация получается тогда. Нет, ну подожди. Нет, давайте так, человек сам куда-то пропал. То, что да, будет да, всего да. Это его проблема. То есть мы сейчас должны решать, как нам удобнее сделать, а не... Не, ну это да. Не, то есть говорю, семеро как, одного не ждут. Влияние на партию, как бы, тут будет. Конечно. Просто да, его будет влияние на даже... Да это даже не комп, а просто АФК. Ну значит, давайте кикнем его, и будет хотя бы комп играть. Такой вариант. А тут есть вообще возможность кика? Я сразу предложил его кикнуть. Не, ну тогда-то прошел ход, еще ну, ждали, что он вернется. Да и компа, я думаю, это несложно, у которого сейчас 300 армии это снести. Не, ну если мы продолжаем кикать, тогда что? В любом случае лучше, чем просто ждать 6 минут каждый ход. Если он вернется, то есть мы можем кикнуть его, да, допилить от стека с испанским, сделать сейф, потом он придет и сядет. Ну да, за него хотя бы комп будет играть, хотя бы хоть что-то делать. Так у него сейчас там не строится. Да он ничего. Не придет. В смысле не придет? Не сегодня, на доигровку. Ну блин, вот смотри, вот он ушел, ничего не сказал. Если даже что-то бы случилось у человека, он бы сказал: ребят, сори, надо сейф, давайте доиграем, да? Ну, то нормально. Заснул, ну, так он, скорее всего, заснул. Такое тоже бывало. Блин, ну, как-то резко надо заснуть, блин. Так. Арчи, иди спать. В моем случае, к примеру, у меня как. Если я куда-то отхожу, я просто отдаю брату поиграть, и все.
Это не я, это брат. Не, ну он вообще-то неплохо играет. И он также подписан на Халецкого. Учиться, можно так сказать. Плюс 15 к скиллу. Да, я даже сказал бы больше. 16, да. Так что, если я куда-нибудь там на конце вхожу на какую-нибудь, скажем так, резолюцию или вкачивать там по 20... Арчи, скажешь, как загрузишься, я не буду ходить пока. Да, ходи уже, что тут. Ладно, буду ходить тогда. В армии танков. И люди с палками, да? Вармонгер нападет на меня. Последние ходы доживаю. Точнее, даже... Вот почему я не могу объявлять тебе войну, не, типа, за религию какую-нибудь? Будет. Блин. А, напал, напал. Спасайте, ребят. Ну я единственное могу, как город-государство, осудить его. Все. Еще кто-то поддержится. Не читал, но осуждаю. Ты войну объявила, движухи никакой нету. А, ты на Токио пошел? Ну, что, движухи нету, вижу. О, вот теперь вижу движухи. Нет, Токио, конечно, красивый, в принципе. С забором. Ну чё, через 5 ходов он восстанет. Кто? Акаяма. Чё, уже, что ли? Чувак быстрый. Ну да. А я так, у меня такое впечатление, что японец вывел, то ли вывел оттуда кого-то, то ли ещё чего там. 74 защиты было. 96 в начале хода, когда Сандра атаковал, уже 74 было. Люди начали бежать из города, спасаться, ну как мог. Все в страхе дезертировали. Да. Вообще, я что хочу сказать, вот я сейчас уйду спать, а вы дальше сидите по 5 минут стоим. Смешно. Потому что Сандер не захотел снести. Да я с ним в союзе, ты понимаешь, у меня закончится через 5 ходов. А, у вас еще не закончится? У меня тайминг, да, вот такой вот тупой. Уже, что ли? Уху, все против Сандра могут. Я не могу. А нет, могу. Можешь, все 7 могут. Ну все, я да, приму, да. Конечно. Че, поехали против Сандра? Давайте. Хотя нет, с другой стороны, мы же... Подождите, что мы можем сделать? Кто-нибудь может захватить? Он же тогда 7 тысяч бабла получит. Конечно. Нет, так я нет, не могу ему ничего сделать, я откажусь, пожалуй. Чего? Ну, я просто не могу ему ничего сделать-то. Смысл вступать? Чтобы ему дополнительную 1000? Угу. Лёш, ну столица. Что куда столица? Куда ты поехал? Мне сейчас этот надо город взять. Ну все, всем спасибо за игру. Сандра, тебе спасибо. Со 150 промки. Как говорится, это хорошего настроения.
Спасибо. Давай, удачи. Спасибо. Я сейчас за тобой на следующий ход. Всего доброго. Потом и я. Всем пока. Здоровье, главное. Да, да, держи. О, Никир предлагает нефть. Ну правильно, персы, барыжит нефть. Так он хочет за это все мои... почти все. Шедевр. Ты рассудил меня, он считает меня милитаристом. Так ты он... все время воевал, конечно, ты милитарист. Мультик. А, так ты на этот ход даже видишь. Чё там за мультики? Прахло. Да, жить, сюда, жить. Аша, как эта фраза «не поле перейти», помните? Легендарная. Почему не ее? Предатели эти, индонезийцы. Предатели. Просто отказался, я тебе никого не предавал. Я ж не нападаю. Ну что, Михаил, 6 ходов. Вот, смотри, а, видишь Маджапахин, да? Смотри. Вот. Все. Ты хочешь сказать, что сейчас этим рейнджером меня убьешь, да? Я зайду и все. А там уже все как бы мои друзья, они сами дальше все сидят. Ну блин, это турист. Сейчас все эти нации повыкидывают с карты, у меня останется там, не знаю, 20. Так, выносите перса, он тут начинает меня осуждать, вот это вот все. Я вас понял. Это он уже не утратит лояльность. А раньше давали эти очки эпохи за то, что захватил последний город государства. Ну, вот, государство? Ну я захватил вот сейчас последний город ацтека, и мне за это дали очки эпохи. За последний город, да? Да, вот именно. Что-то я не видел раньше. Там много за что, и, по-моему, за столицу вроде как дают. Ничего. Охренеть. Так вот она, где нефть-то в Роттердаме. Так, всем спасибо, всем пока. Я вышел. Пока. Да, пока. Спасибо, да. Пока. Просто 3 нефти в радиусе. Раз, два, три. В радиусе 5 лет. Слушай, индонезийцы, ты, по-моему, моего шпиона какого-то одного поймал. Чё ты за него хочешь? Денег. Ну, а конкретнее? 500. Много денег. Так, что Сандра перс принял? Надо мне еще улучшать кого-то. Ну, могу арбалетчиков улучшить. Сейчас. А нет. Танк. Ну, только арбалетчиков могу улучшить. Все. Давайте, наверное, улучшим. Пускай будет.
Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Начинает проседать. Интересно, от усталости от войны или... Да, интересная такая пангея. Нет, усталость, просто нехватка, это если очень торговал. Как континент. А если посмотреть просто на карту континентов, то один континент и еще три. Ерунда. Не принял. А кто-нибудь принял вообще? Да. Кто? Испанец. Ясно. Да, город государство. То есть решил снабди деньгами напоследок. Мне не жалко. Спасибо тебе, добрый человек. Почему у тебя эти... Как оно там называется? Почему уникальное морское улучшение на нефти стоит? Хочется ему. В столице есть нефть, причем. Повезло. У кого? У меня. Пластмассы просто. Мне вокруг столицы ни одного этого предмета роскоши. Ни вообще ни одного. Это очень печально. Он на четвертом радиусе. Зато у ацтека раз, два, три, четыре мрамор просто рядом. Кстати, да, не ваш получается бонус, сколько он сразу столь не плюс два имел. Ну да, что он неплохо. Но их зареспило, так что... Да. Ну, в общем, несмотря на то, что, скажем так, люксов не было, я держался как мог. Не, ну хотя они же могли по побережью каждый по-своему усилиться. Да в том-то и дело, я хотел ему предложить, он на меня напал, меня бомбануло. Я просто хотел это, по побережью, раз, два, три, четыре города поставить. Стокгольм забрать, там нормально. Да, да. Хотел предложить, нет, надо было принимать. Да и у него там внизу можно было там фрит хапнуть, да и наверху чуть выше. Да не фрит у него в столе. А вот то, что можно было попытаться расшануть Петру и пойти наверх. Вот было да. Поставить. Но места мало. Как не мало. Но это не в стиле Арчи. Не, ну, что ну, в смысле мало? Подожди, у него места минимум на раз, три, четыре, пять, шесть, на шесть городов было. Да, реально могли бы поделиться. Ну да, было бы два из них хреново. Ну вот. Но даже хреновый город можно зажрать. В том плане, что там промки было бы мало. Тот город становился в джунглях, ни одного пятого становился. Ну, просто Арчи не учил, что я буду его соседом. Да нет, здесь скорее проблема в том, что ковать тяжело через реку, там холмы, леса. Ну, в общем, да. Он как бы не прямиком на столице шел, он в обход.
А там через проход две клетки. Ну, вообще-то он не кисло так походил через эти две клетки. Через, да, по дороге-то. Ну, я имею в виду совсем ранее, когда там дорог еще не было. Ну, да. Ну, там он этим бегал. Вначале всадниками, потом рыцарями. Бегал очень-очень неплохо. Надо поменять эту карточку. А что у меня, за что я получаю? Каждый уничтоженный в бою корпус, кроме воров, появляет одну очку. Понятно. Тут ни у кого ни корпусов, ни хотя у... Так, ладно, надо поменять содержание. А тут мне уже ничего... Подождите, там был у меня... В общем, в итоге так. Мы воевали. Почему пришли, что нас просто вот двоих снесли. Прекрасное завершение долгой дружбы. Но с другой стороны, если бы, ну, по все бы пошло бы по нормальному, по мирному сценарию, он бы там по этому побережью, я по побережью, я бы начал бы, скажем так, щупать прибрежные города Перса, как минимум. Пока до них доплыл. Да вроде бы не так далеко. Должен точно хватит и больше. Я уже устал, леса под Паркисом. Уже вся страна вместо шахт лесами покрылась. Такой плохой вариант. Леса не так плохо, не так мало дают. Ну, на две промки меньше. Ну да. Но с другой стороны, леса можно на равнинах вы. Ну, равнины в первую очередь были засажены лесами. Да. А чё ты это не поставил, Эйфелева? Ну, в процессе все. Где и чё? Вот прям сейчас. Блин, надо было ещё. Ой, был дополнительного. Так, надо археологов ещё взять. А, так у меня стрельварения не было. Бомбарды стрельбы. Александр, идти. Надо было все-таки идти на него сначала. Не, ну я потому и не открывал, потому что он союз. А, вот союз. Взаимосвязан. Да, точно. Мне бы окки развернуться бы. Нет. Нет. Что-то такие дикие пролаги. Осталось 4 хода. Это, пожалуй, отправлю в Стирлинг, чтобы дорогами соединить части моей империи. Чё ты убегаешь? Вернись, Маджипахит. Зачем? Я пока не придумал. Ну, звони. Память так. Лист. Фу.
5 ходов. Сколько мне это героически? Там в итоге туристы надо? Не растут, а падают. 4 там очка. Потому что Япония упала. Ну, так сейчас еще и Испания упадет, и Персия. И беда, в общем. А ты что, хотел культурную победу? Да, нет, конечно. Я Михаил. Так... Михаил? Да-да-да. Один город, что ж ты там ходишь? Ты уверен, что надо вот еще один ставить? Прям... Конечно, уверен. Восстановить надо же город. Ты понимаешь, что это за один ход все падает? Неважно. Так. Что-то плюс один. Это первый посол. Надо будет учетные банки еще установить. Я верю в своих арбалетчиков. Нет, мне все это надо. Хорошо, что ты в них веришь. Там их не веришь. Тур, блин, дофига, а клетки летают. Ну, Димка, там, где ты метку-то поставил, там тоже нефть будет. Ну, я ж пророк. Или 5 на этих. Ага, на Эдинбург не влияет. Значит, в Эдинбурге можно построить танков. Слишком круто. Так, научили, как избавляться от этого звука. Надо в 2D переключаться. Так, тут нету варваров. Никто последнее правительство еще не открыл, да? Что ты у нас такой культурный? Боже, ты уже в ад... ты уже вообще в конце, что ли? Я уж все закрыл вообще. Нифига себе.
4 хода. И мне не хватает 4 очка. Не, ну через культуру мне понравилось играть. Нафиг кампусы. Строим, короче, театралки здесь. У нас нельзя исполни выносить. Лучше можно, потому что два игрока вышли. Почему нельзя испанию выносить? Потому что у нас тогда не будет инженеров. Да ладно. Ну да, мы все отказались. Ну да, кстати, да. Ну, поздравляю. Не, я тук за. Неужели он автоматом не дастся последним? Нет, если игрок умрет, который должен был его получить, все как бы. На этом наши полномочия. И это печально. Это означает, что меня бить нельзя как минимум еще. Нет, Михаил, меня это не остановит. Может быть, я откуплюсь, 6 золота пойдет? Нет. Я не продамся за 6 серебряников. Ну, я не знаю, что еще. Ну, я могу, конечно, тут в производственном логистическом центре два хода, бац, и взять его хмыря. Я где-то тихо нашел. А, все-таки есть. О, не дали. Так, а чудеса какие-нибудь вообще могу еще поставить? Я могу еще дать тебе культурный шедевр. Только рядом. Пойдет 6 голды, культурный шедевр плюс инженер. Хорошая сделка, чтобы не бить бедного туземца. Только на побережье, да. Чего не могу из-за этого построить. Ой, потир выкупал Димке. Зачем бросаешься священными вещами? Блин, неужели я героическую... Так получилось, я не хотел. Утопил в море зачем-то. И причем игра считает, что ты его так утопил, что там кораблекрушение произошло. Это что я пытался там... перевести его, не получилось. Смотри, что у тебя ни корпусов, ни армии, вообще ничего, по одному юниты, по единичке и все. Культура плюс 13. И науки. А ты не выходил? Я что видел каких-то рыцарей вроде в корпусах? А, это с помощью великого полководца сформировал. Да, грустно. Я этого урвал просто. Ну, блин, опять получается, взял специально на то, чтобы юниты убивать, а не, кажется, на корпуса и армии только. Плохо. Продаю поселенцев. Покупаю за 10 золотых. Подойдет. Приезжай, тебе. Сколько мы еще в союзе, блин? Один ход.
О, генерал будет. АФК. Че, я его даже сейчас возьму. Чтобы небольшую эту 108-111. 3 очка. 3 очка не хватает. А, тут есть развлекательный комплекс, а я зачем-то еще один строю. Нафиг надо, не-не-не. Нафиг надо. Мы в ракетостроении, нам явно надо попробовать в космос улететь. Ну блин, ну вот как я так в героическую эпоху чуть-чуть не выхожу. Да, никаких великих людей не взять. Ну, художник, ну это все по одному очку. Одно очко дает, а мне надо три. Мне надо 3 очка. О, варвары появились где? Постоянно изгоняет послов. Так, из Данфриса все бегает. Давайте проверим. Кален бегает, Дамбартон бегает, Стерлинг бегает, Данди бегает. Да, сейчас рассматриваю бегает. Эти. Третий уровень союза. Плохие плюшки дает. Из Эдинбурга не бегает. Тут даже вот видно, вот есть наш континент, да, есть вот континент наших этих отсталых людей. У них даже варвары, это мечники и лучники бегают. Ужас. Варвары, мечники. Пускай захватит. Нам не страшен серый волк.
Ну чё, этого Египет, этого торговца пропустил? Может мне его купить просто? Джинсы там хорошие. Ну, кстати, деньги уже тратить. Ну, просто счастье они будут давать. И плюс на 6. То есть это мне как раз для моих городов то, что надо. Какой там следующий? Увеличивает количество торговых путей. Так, а тут ученый. Следовательские гиганты, как мне жалко, что я в героический век не попадаю. Вы бы только знали. Да, и как-то без вариантов даже. О, испанец ускорился. 2 очка великого инженера пошло. Было 1, а теперь 2. Потихоньку иду к успеху. Бедных этих мочат дикарей. Александр, сколько там продолжим нести греческий свет этому миру? И у тебя снова скаут в моих границах. Я стою, не двигаюсь даже. Стою ровно. Что ты там делаешь? Вытворяешь? Блин. Ну, вот, зато индонезийец в героическое, он смог выйти. Могу инженера купить через ход. Не успеешь. По-моему, это план лишить всех инженеров сейчас. Реализовывается. Хитрый план. Ну так чё, Сандр? Думаю. Тебе пол карт не хватит, думаешь? Нет, ну... Вопрос про победу стоит. Ну, мы исторические друзья. Как будет выглядеть ситуация? Что, типа... О боже, вы... ваша культура доминирует в этом мире. Давайте скинем ядерку на вас. По-моему, не атмосфера.
Не атмосферно, согласен. Как ни крути, не атмосферно. Вполне реалистично. Или, о боже, вы собрались отправить экспедицию на Марс. Мобилизация немедленно. Yes. Дай я пару ходов, пожалуйста. Просто не успеваю. Мозг плавится уже что-то. Ну, у меня тоже. Давай быстрее. Осталось совсем чуть-чуть. Недолго туземцу мучиться осталось. Какие у нас тут варианты по победам? Культура. Сейчас с испанцами станет еще куча туристов летит. Ну не куча, думаю, 3-4. Не больше. 7. Хм, на Халецкого. Опять. Снова. Что на Халецкую? А, типа... Квесты дали. Против просьба, меня? Да. Принуждение к мертвости. Просьба умертвить. Ну, Мадрид я оставлю, а... Ну, хоть хронологию. Картахену. Даже ну хоть что-то не зря добавили. Да. Да, красиво. Ну все так, да, ребят, ГГ, я ухожу. Спасибо за игру. Спасибо за игру. И тебе спасибо за игру. Да, конечно, мы с Арчи знатно повоевали. Красавчик. Но я не сдался до конца. Красавчик. Великая победа Орды. Yeah. Все зависло. Это ничего вылетит? Я, пожалуй, сохраню. Не, у нас же четверо осталось, да? Ну, да. Ну, Димка, да. У тебя какие мысли по поводу дальнейшей игры? Ну, сейчас получилось минус 6 туристов. Ну, нам надо в союзе надо быть, я так понимаю. Я с ним не в союзе. Нет, нам с тобой. Нам с тобой. Ну, культуру мы с тобой друг друга бустаем. Сейчас Сандра, скорее всего, нужно будет взять этого торговца. Я попытаюсь что-то тоже урвать. Да я не успею по культуре тут выиграть. Сейчас еще больше десятка умрет от перса, и я снова к 30 вернусь, с которых начинал 20 ходов назад. О, Биг пришел. Да ладно. Кажись, он проснулся. Биг, я, а ты... конечно. Ты в этом, в Дискорде, нет, Биг?
Он сейчас очень удивится, да. Да, боюсь вас разочаровать, ребята, но... Там саркадо на тебя чехот убивает. Но он зря заходит, если честно, получается как-то... Ну, некрасиво получилось. Нет, правда. Нет, это грустно так загрузиться. Меня больше другой интересует. Комп куда ведет свой глупосил? Хороший вопрос. А что, он нам ничего не скажет, да? Он просто зайдёшься? Нет, отвечается. Чё, чё, ты говорить надо? Недостойно. У тебя есть время принять этот союз пока, друг. Чё-то только сейчас понял, аэродром уже красненький, да? Да. Наверное, не стоит принимать посольство. Ну, это будет очень печально. Ты воевать-то бессмысленно, как бы. Зачем? Нет, так я воевать не хочу, но... Не, ну почему я здесь союз? Потому что он дает кучу денег. Ну, также он дает прирост. Да, он дает... Вот именно, он мне дает туристов, и как бы неправильно заключать его. Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards. For there you have been. Тебе зачем эфир башни в итоге? Тупо не было. Это видишь? Я уже и так построился. Я видел, что ладно, ты строишь, так что не важно. Сандра, твой даосизм. Чё он у меня делает? Я скажу тебе одно. Я так и понял. Я не знаю. Я не знаю. Видимо, что-то так. Гольм захватывать нет смысла, Антиохию захватывать нет смысла, может поплыть через море. Слушай, Индонезия, ты же там хотел вроде что-то у голландца захватить, какой-то там город, что-то сделать. Того, что я захвачу один город, ничего не изменится. Да я боюсь, ты уже не захватишь ничего. Не, Карфаген, в принципе, могу постараться. Линкорами. Да не, уже поздно, мне кажется. Сколько тебе плыть туда? Ой, блин, через этот северный шейк. Там речь. Да в 8, не меньше. Намного раньше будет арта. РСЗО, в смысле. Так, сколько там было на предыдущем ходу? Помню. Да по 3 туриста мне дает, 43. И это еще перс не умер. Сейчас перс умрет, у меня станет 30. Снова. Глянь, Сандро, как щедро. Что там? Давай, короче, Сандро, мне союз, мне хоть деньги останутся.
поубивал тут ботов всяких. Другому. А то без денег и без туристов просто останется. На порты идут. Что это? Короче, Грей надо ядерки. Сразу ядерка надо. Сразу ядерки. Ну так я ж тоже кину. Причем я кину в Сарсандра, кстати, хотел спросить, как договорились, вообще без ограничений? В смысле, мы нас никаких ограничений. Хорошо. Ядерный апокалипсис сегодня. Последние игры показывают, что это не особо. Очень, очень редко люди начинают сбрасывать ядерки, если нет ограничений. Я помню сейчас нашу предыдущую игру. Проверим. Ну там бедная тебя, качечка. Да, качечка просто слишком резко улетел. И там просто без вариантов было. Либо на него никто не скидывает, либо он улетает следующим ходом. Бывает. Александро, там предложение, посмотри. Меня забаговали с предложением. Вы говорите, я тогда буду отжимать. Без проблем. Стояночка. Художник, оказывается, был. А вот этого ученого я очень хочу. Все, инженеров у нас не будет. Ей. Ну да. Прискорбно. Так, в Дамфрисе есть музей, в Абердине есть музей, в этом есть музей. В Калине есть музей, надо еще театральных площадей построить. Вот у меня 35121. То есть он на 73 впереди пока. Блин, все-таки разграбили. Ну тут все ходил-ходил вокруг этих караванов. Ничего пока не буду иметь. Так. Я впереди. Рейна пока не надо. От всех вот это я возьму.
перевожу всю армию сюда, не знаю, может... Слушайте, а Грейон вообще где? Вот он далеко от Тубана? Ну, клеток... Ну, границы не так далеко. То есть у нас между границами три клетки. Но это его далеко не первый город. Я просто думаю, вот если я высажусь, например, войсками своими наземными ниже Гонконга... Там гора. То есть я вообще не могу пройти? Да. Там надо выше Тубана высаживать. А ничего, что у Сандра 700 науки вход? А что такого? Если я не выиграл культурой, то на меня-то не нужно высаживаться. То есть у тебя 400, там 700, как раз не особо такая большая. Два раза, да, действительно. Ну, ты вот пук сейчас тех-то. У тебя 52 техи. 50. Это он еще в войне, может, сейчас берет код, еще больше станет. Надо будет техи за два хода изучать все. Да вот хрен, там у меня техи по 4 хода учатся с такой маленькой. Блин, как он... А вот он забрал. Будет забрал. И в этом Грей прав. И он нас обошел. И он забирает этого человека. Ну ладно, давайте по-другому спросим. Если я там высажусь, меня как на Сандро напасть оттуда? Там он через речку. Тогда тебе нужно ниже Брюссель высаживать, чем у него. Я вообще не знаю, что я как бы тут кипишу. Я вообще дальше всех от всех. Я не знаю, что у меня. Да. Тебе на самом деле, если высаживаться, то легче с другой стороны. Да, но у него же там флот. Как я там высаживаюсь? Да, забирают, похоже. Сжечь этих неверных. Того ученого. Есть, сэр. Знаешь, я вот прям в эту секунду захватил шпиона от одной нации. Ты говоришь, сжечь тех неверных, я полностью поддерживаю. И тех тоже неверных сжечь. Сжечь всех. Я не понимаю, о чем вы. Ах, ты не понимаешь. Я пытаюсь помочь тебе. Поднять себе культурку немножко. Так это индонезиец, что ты там хочешь за шпиона моего? Я же говорил, 500 голды. Ну давай как-то... Слушай, у тебя 8000. Серьезно, 500 голды все еще. Говорю, ты вообще ни о чем. А? Да. И вообще ни о чем. Что вообще ни о чем? 500 голды это вообще ни о чем. Не просто же так отдавать, согласись. Ну не просто так, давай что-нибудь по-другому как-нибудь. Какой-нибудь, не знаю. Хотя, что тебе еще дать? Тебе ничего дать. Давай 400 хотя бы. Ну ладно, 400. Сторговались. Тут тебе как бы апать-то танки, а мне апать... Ничего. Я вообще не знаю, зачем мне что-то апать. Мало зачем ли. Мне апать? Если мы с тобой воевать будем, мы с тобой воевать не будем, потому что не мы лидеры. Да, как бы... к сожалению, не мы. Я не знаю, что мне вообще кажется, мне надо армию распустить нафиг, чтобы не жрало денег. А что, денег нет, да? Ну, вы держите. О, Кир побежден. Но Биг пытался зайти, честно. Такое, лучше бы не заходил. Ну. 400.
80 очков ученых ход. Я сам в шоке. 79, 8. Это печально. Ну там, блин, японец с персом понастраивали города с домиками, нифига армии не держали. То есть я не думаю, ну даже, блин, я не думаю, что даже если перс был в игре, он бы там типа сидел долго. И вот, пожалуйста, Египет тупо это все захватывает и имеет он какой буст. Я вон захватил Ацтека. Ну, со... Я просто смотрел на японца давно, потому что он начал строить чудеса, и они все были хорошие. Ну, блин. Да. И как бы он был в игре, тут с меня спроса не должно быть. Бен Оксфорд. Плюс он начал религию штамповать рядом мне. Я на него начал коситься еще больше, поэтому я взял, построил и напал. А вот почему он не строил? Перс! Ну, а почему он не строил? Я не знаю, спроси его. Мы типа, конечно, все тут дружим, но, блин, игра же есть, игра... У него реально хорошие города. Их мало, но они все хорошие. Так, а что у меня? Фабрики не совсем построены. Мало, что города. Ну, я же говорю, он, я странно. Думал, он заберет Брюссель, допустим, заберет Капу. Вильнюс. Ну, вот эти вот, да. У него просто место такое классное в плане Дельфа. Фабрика вот есть. Ты понимаешь. То есть, Египет можно вот было... В Мадриде можно фабрику хотя, купить. Хрен. А не в плане дефа, в плане атаки у него давайте классное место. Да, я как про хвиши говорю, что меня можно было запилить просто толпой тут все. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.